Друзья, сегодня суббота, это значит, что мы передаем приветы 9 комментариям от прошлой недели. По 3 комментария от каждого ролика, вторника, четверга и субботы. Привет тебе, милашка Мимими, привет! Следующий привет, Стёпыч Миллионер, привет тебе, Стёпыч! Даша Вяткина, привет тебе, Динь! 5 лайков! Мэрис Аниматроник, привет! 2! Котик ТВ, привет! 2! Привет тебе, Котик ТВ! 1, 2! Привет тебе, Мэритян 91! 4! Юлька Ди, привет тебе! Алина Смайл, и тебе тоже привет! 1! Владу Кит ТВ, большой тебе привет! Это были все 9 комментариев, которые мы отобрали. 3. Не забывайте, что каждую субботу мы передаем приветы 9 комментариям, по 3 комментария от каждого ролика, от вторника, четверга и субботы с прошлой недели. Ну а сейчас давайте смотреть ролик. Привет, друзья! Вы на канале Baby Go Show. Здравствуйте, наши дорогие! Где, на каком канале наши друзья? Baby Go Show! Вот так вот. И сегодня у нас, ну, такой снежный выпуск, зимний. Да! Мы снимаем Roblox. Roblox снимаем? Да! У нас сегодня новогодняя тема. На Roblox снимаем. Это будет Christmas Tycoon. Будем строить базу. Знаешь, что мы будем делать, Дэн? Мы будем строить базу Деда Мороза. Который тебе подарок Дед Мороз в этом году принес? Да. Ну вот другим детишкам тоже, хотя и с опозданием. Ничего страшного. Построим базу, да? С опозданием, но построим базу. Погнали. Ну что, Дэн? 10. Строим базу Деда Мороза? Погнали. Давай, нажимаем play. Это какой-то апдейт, смотри-ка. Новые там штуки всякие различные. Фильтры, изменения в карте. Давай посмотрим для начала, как все это выглядит, да? Да. And more. Ну, короче, много-много всего интересного. О, смотрите, у нас новый скин. Это типа у нас Дэн такой. Дэн, похож на тебя? Да. Так, ну что? Это Диня. Правильно, это Диня. Так, ну что? У нас пока ни стен, ничего нету, да? А тут должен быть конвейер. Ну что, надо купить. Смотри, нам сначала надо вот эту штуку купить бесплатно. Так, и что она делает? Смотри, над пальчиком потык. О! Денис, смотри. Полетели венки, на двери такие вешают. Новогодние венки. Ну смотри, Дина, новогодние венки. Это, наверное, чтобы Санта дверь сразу нашел, да? Ух, ничего себе, ты смотри, они выпадают, да? Ничего себе. А смотри, а кто-то стоит. Дед Мороз, снеговик, эльф, шапочка, конфета. Так, у нас деньги-то есть? Давай еще потыкаем чуть-чуть. Так, друзья, сегодня предлагаю построить первый этаж. Чем больше ты тыкаешь, тем быстрее ты чемпионом станешь. Нам же еще надо защищаться. В этих тайкунах всегда есть оружие, и к нам могут прийти. А нам, наш Дедушка Мороз должен уметь защищаться. Правильно, Дэн? Да. Так что мы будем... Так что мы будем много-много добывать. Так, что? Да, много-много добывать! Много будем добывать. Так, у нас там денежка накопилась, да? $85 у нас с тобой. Кэш. Да, 85. Еще один. Давай будем тыкать. Много-много тыкать, да? Да, много-много тыкать! О, хочешь тоже потыкать? Смотри, шапочки у нас падают. Что у нас еще падает? Шапки. А из этого что падает? А, две шапки генерируют. Как-то неинтересно, да? Давай, нажимай на мышку. Давай. Вот. Вот они, венки полетели, да, День? Много венков? Да. Считаешь? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Очень много венков. Оп. Шапка. Пойдем посмотрим, сколько у нас там всего накопилось. Пойдем? Да, 10. 10? Да. Пойдем, проверим. Так. 330. Так, пойдем. Так, you need 50 more Roblox to buy the 2 cash. Ага, давай еще $50 накопим, и у нас будет множитель с тобой. У нас будет кэш. Давай.
Давай, вот сюда попадай, да. Вот, веночки прилетели. Давай, тебе поудобнее сделаем. Так неудобно жать, поближе, давай, жми. Не, не здесь, вот здесь жми. Помогу тебе чуть-чуть. Все, нажали, смотри, да, теперь пойдем проверим. Наверное, мы можем 2x кэш купить. Точно, раз. Так, you need more Roblox. Что-то у нас Roblox нету, да, на 2x кэш? Ну, это не про нас история. Kill players in your base. Ого. Ну ладно. Ладно. Ну мы пока. Так, Дэн, нам надо что-то с тобой придумать. Нам надо быстренько с тобой денег заработать. Да. А, так. Decoration. Нет, decoration нам сейчас не надо. Давай мы с тобой еще купим этих самых. Как это, добытчики? Экструдеры называются. Они шапки выплевывают, да? Эльф-апгрейдер. Давай, эльф-апгрейдер. Так, они, наверное, сейчас будут улучшаться. Ничего не происходит. Да, День? Так, а вот это что такое? Непонятно. Ну так, мы еще подсобрали денег. Так, стену пока не будем строить. Продолжаем строить апгрейдеры с тобой, да? Так, давай еще дроппер построим. А это что за дроппер? Давай посмотрим, что венки выпадает. Ну мы пойдем тоже еще понажимаем венков. Давай. Нажимай. Много. Вот они полетели, да, венки? Как, все, надо дальше. Надо же денежку, смотри, у нас денежек. Сколько сейчас денежек? Сколько у нас с тобой денежек? А ты слышишь, какая у нас музыка новогодняя играет, День? Так, пойдем проверим, нам нужны денежки. Сколько? У нас главное дропперы. И защита. Ух ты, у нас 1000 уже накопилось. Пойдем что-нибудь дорогое купим. А, ну вот, ну дроппер за 1000. Так. Декорации. Декорации не будем. Или, может быть, декорации нам что-то увеличивают. Так, смотри, Денис, у нас красная ковровая дорожка появилась, да? Здорово? Да. Здорово? Ну, видишь как. Теперь у нас по дорожке можно ходить. Вот. Летите. Давай. Надо еще надо этих венков, чтобы Дед Мороз знал, куда приходить. Слушай, а пойдем посмотрим, куда подарки падают? Да. Пойдем? Да. Ну-ка, давай быстренько, тут это у нас бортики появились. А, мы с тобой бортики купили, да? Теперь ничего не выпадает. Господи, а это что, печка, что ли? Денис, у нас подарки в печке сжигаются. Дожили. А где олени, где эльфы, которые должны нам помогать? Нету ни оленей, ни эльфов, Денюш. Сколько за очко? Ой, у нас много, пойдем еще что-нибудь купим из дропперов. А, так, gift wrapping machine, давай. Она заворачивает, наверное, подарки. Заворачивать подарки, пойдем. Ой, что-то случайно купили. Giver Snowman. Ой, смотри, у нас первое оружие появилось. Будем защищаться, если что, да? Будем защищаться. Давай возьмем. А как его взять-то? Непонятно. Дайте нам меч. А, уже есть, все. О, Дэн, смотри, видел, мы с мечом с тобой. Так, ну что, у нас чуть денежек подкопилось. Пойдем еще что-нибудь построим. Сколько у нас там накопилось? Ого, 57 тысяч. Ниже это вам не шутки, друзья. Давай, сейчас мы все дропперы закупим. Так, что у нас еще есть? Вот это что такое? Так. Эльф-генератор, смотри-ка. Ух ты, он нам $50 в секунду приносит. Сейчас мы все генераторы построим. А, на последний нам с тобой не хватило. Так. Сколько там денег? 10 тысяч долларов у нас набежало уже, да? Да. Так. Сколько? Ну, пойдем, посмотрим, пойдем. 10 долларов. Так, сейчас. А что у нас еще здесь есть? Какие-то ивенты, может быть? Ивенты? Ивенты, события. Так, 39. Нам пока не хватает с тобой на самый большой генератор. Вот, видишь? Санта-генератор. У нас, смотри, вырабатывается кто? Снеговички, олени, эльфы. Они приносят там 50, 100 и $200 в секунду. Представляешь, День? Да. Пойдем посмотрим. Сейчас, наверное, накопился уже. Оп, пойдем. Сейчас будем Санту генерировать. Так. Все, смотри, он Санта $500 в минуту приносит, Дэн. Представляешь? Это ты, кстати, видишь? Да. Ну что, пойдем прогуляем чуть-чуть, посмотрим, что вокруг. Походим, осмотримся. Ой, там еще, смотри, какая штука есть. Мама. Еще один дроппер. Да, а вот это гифт-коллектор. О,
Там подарки какие-то лежат. О, и секретный туннель какой-то есть. О, смотри, Денис, я нашел подарок. Давай, возьмем его. Как его взять-то? Дин, я не могу взять подарок. Ладно, к подаркам мы чуть позже вернемся с тобой, Дэн. Давай сейчас построим с тобой еще один коллектор. Давай. И там еще что-то лежит, ты видел? Да. Так. Ух ты, у нас 126 тысяч. Так. Так, все. У нас с тобой все дропперы есть, да? Тедди Бир дроппер. Еще медвежат надо собрать. Так, это что такое? Snow Gentleman Package. Это нужен код из твиттера ввести. Мы не знаем никакого кода. Друзья, если знаете, скажите нам. А ты, Дин, заметил, какая вокруг красота? Горы, домики, да? Деревца. А мы пока с тобой даже без стен. Дин, мы пока с тобой думали, как брать подарки, уже 110 тысяч накопилось. Так. Ну все, у нас все эти. Все дропперы. Все дропперы. Денюш, смотри, у нас с тобой целая фабрика по производству подарков. Ага. И здесь еще какие-то наверху дропперы. Ну, на этот дроппер нам пока денег не хватает. Уии! Прыгаем! Может, пока... Не, не будем тратить деньги. К нам пока все равно никто не приходит. Вот, все, 70 тысяч накопили. Пойдем еще там наверху дроппер купим, да? Денюш. О, смотри, какие снеговики еще будут падать. На это не хватает. Так. А ты музыку слышишь, какая играет? Угу. Не слышишь? Да, слышу. Пойдем осмотримся чуть-чуть. Тут база пустая. Соседей у нас с тобой нет. Видишь, рядом подарочки всякие лежат там разные. Так. Вон там зеленый отстроился, ты видел? Угу. Какой? Какой зеленый? У него двухэтажный дом уже, Денюш. И там еще какой-то синий отстраивается потихонечку. О, а это что такое? Табло, наверное. Табло, да, победителей. Мы сейчас с тобой заблудимся, еще не найдем свой дом. Какая музыка, это на Фрэнка Синатру похоже, да, Дин? Вон, смотри, зеленый подарок, будем брать? Ага. Ага. Что это у тебя в ручках такое? Так, и что это? О, у нас 60 секунд. И надо в коллектор сдать. Ну-ка, давай бегом в коллектор, побежали. Вай-вай-вай, надо успеть, Дин. Давай бегом, бегом, бегом. Успеем? А что будет, там какие-то бонусы заработаем? Так, так, и чего? Collect gift points and complete reward with others. Так, ну что-то мы, короче, получили с тобой. Непонятно что, ну что, подарочек взяли. Вон еще лежит, смотри, какой красивый подарок, да? Ага. Готов? Побежали. Мы сейчас с тобой развлекаемся здесь, да? Подарки собираем. Давай, в коллектор его. Ну, похоже на помойное ведро с подарками. Так, друзья, мы, наверное, пока бегали, развлекались и разбирались, что там у соседей. У нас, наверное, накопилось много всего. Ух, Дэн, смотри, мы с тобой почти миллион скопили. Классно, да? Так. И что? Ну давай теперь самые дорогие штучки купим. 80 тысяч. 80 тысяч. 80 тысяч, да? А 55 теперь ты. Это 8. Ну у нас много, да? Давай стены наконец-то построим. Все, что можно, построим. Так, все, у нас стены третьего уровня. И, наверное, пора переходить ко второму этажу. А, вот, что-то у нас еще здесь есть. Охрана, ну конечно, двери защитить. Чтоб нам злоумышленники не ворвались. А, еще вот тут вот всякое оружие достроить. Ух ты, когти, смотри, Дин, как у медведя, да? Угу. Ты видел? Какие мы с тобой мишки. Да, когти. Когти. И что еще? О, елка новогодняя, Дэн. Интересно, а что он делает с противником? Пойдем посмотрим. Елочку понес. Елочку понес, точно. Не, ну ладно, к нам никто не идет. Если придет, мы проверим действие елку, да? Мы с тобой носим елку с собой. И вот еще последний. О, нет, не последний, да. Какая-то ледяная пушка, что ли? Да, ледяная пушка. О, это пушка-заморозка, представляешь, Дэн? Да. И еще лук эльфа. О, на него копить и копить. Ну ладно. Так, ну что, друзья. Ой.
Нам пора переходить к строительству второго этажа. Давай посмотрим, где у нас тут. Second floor. И лестница, конечно, да? Ну, а строительство второго этажа мы продолжим в следующий раз. С вами был канал Baby Go. Если вам понравился ролик, ставьте на пальчики вверх. Подписывайтесь обязательно, оставляйте свои самые лучшие комментарии. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы оставаться в курсе всех наших самых свежих новостей. Ну, а на сегодня все. До новых встреч, друзья. Пока!